Итак, друзья, вот мы нашли мышечный тяж. Вот он отсюда идет до пятого позвонка, обнаружили, да? И он чуть-чуть оказался повернут, ротирован по оси вот сюда, вправо. И, соответственно, эта мышца вот тянет, да, вот мы его... Вот эта точка, да? Чуть выше. Вот это? Вот. Вот. Так, а он на самом деле ниже находится. Вот. Вот мы опять с помощью палочки его чуть-чуть подобьем в обратную сторону и вверх получается. Все, отдыхаем. Вот, прям чувствуется, что встал на место. Сама болевая точка осталась вот здесь, да? Да. Так, и вы жаловались на межреберную невралгию, да. Где-то здесь, да? Да. Вот, по-моему, это как раз пятый позвонок получается, да? Вот если так идем. Ой, ребро, пятое ребро. Подсчитаем сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это. Да. Вот тут, да, невралгия, да? Да, вот. Пятое, шестое, вот между ними получается, да? Вот это вот сюда стреляет, вот тут покалывало, да? Да. Вот сейчас мы вот это все как раз и растрясем. Вот это, да? Снимаем межреберную невралгию, избавляем вот этого спазма в трапециевидной мышце, да? Это вот все одна точка, которая влияет, видите, на сколько частей тела организма. И, соответственно, вот методом релизинга, да, вот эту мышцу мы сейчас тоже фасцию не потянем. Не больно, да, тут? Нет. Вот мягенько мы делаем, и фасция потихонечку испрямляется и выплывает из-под наших пальцев. Вот, хорошо. Сейчас мы проделаем это несколько раз. Приемчики достаточно интересные, Валерия Будина, правильно, да? Ставьте лайки, не забывайте подписаться обязательно на этот канал. А в следующем видеоролике вас ждет еще кое-что интересненькое.